Салат «Тигр» в варежке с символом будущего года. Несмотря на довольно простой состав, салат получается очень вкусный, а оригинальная подача не оставит его на праздничном столе без внимания. Подготовьте все ингредиенты. Заранее отварите яйца и морковь, дайте остыть. Рис промойте и отварите в подсоленной воде до готовности, затем откиньте на сито и снова промойте. С крабовых палочек аккуратно снимите красную часть. Натрите ее на мелкой терке и уберите пока в сторону. Белую часть крабовых палочек нарежьте ножом и переложите в глубокую миску. Добавьте кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Затем добавьте отварной рис. Добавьте нарезанные яйца. Белок двух яиц оставьте и натрите на мелкой терке, он понадобится для украшения. Лук нарежьте мелкими кубиками, ошпарьте кипятком, чтобы ушла горечь, и добавьте к остальным ингредиентам. Салат посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Салат собирать будем на плоской тарелке. Сначала выложите рукавичку, а сверху сформируйте выглядывающую из нее голову тигренка. Рукавичку покройте натертыми крабовыми палочками, а голову тигренка тертой мелко вареной морковкой. Глаза тигренка я делала из тертых белков и маслин. Ушки, носик и полоски также, нарезанные маслины. Щечки я делала из белка, а усики из нарезанного полосками сыра. Тертым белком имитируйте опушку на варежке. Саму варежку можно украсить снежинкой из сыра или майонеза, а можно просто свежей зеленью. Крабовый салат «Тигр» в варежке готов. С наступающим Новым годом и приятного аппетита! Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!